Паралимпийский вид спорта боча набирает обороты. Для России это достаточно новый вид спорта. Тем не менее, он уже стал популярен в 8 регионах страны. Им стали заниматься около 2000 инвалидов. С недавних пор он пропагандируется в Якутии. В Центре адаптивной физической культуры и спорта на сегодняшний день секцию боча посещает 18 детей. Занятие этим видом спорта дает возможность развиваться не только физически, но и позволяет инвалидам расширить круг знакомых, социализироваться в обществе. И у якутян уже есть первые успехи. Так, этой осенью Василий Борисов на первенстве Дальнего Востока занял первое место. Я рад, что такие соревнования проводятся у нас в Якутске, что для людей с инвалидностью тоже. Ну, боча я уже занимаюсь где-то год уже, ну, с открытием, вот с некоторыми ребятами сразу начали заниматься, так и занимаемся. Про боча я, ну, ничего не знал об этом, потом посмотрел в интернете, познакомился с правилами, потом шел на тренировки, попробовал свои силы, мне понравилось, и я начал заниматься.